Российские войска выполнили задачу по ликвидации в Сирии группировки «Исламское государство». Об этом сообщили в Генеральном штабе вооруженных сил в четверг. Теперь российские военнослужащие направят усилия на оказание помощи сирийскому народу в восстановлении мирной жизни. Задача по разгрому бандформирований террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, решаемая вооруженными силами Российской Федерации, выполнена. Территория Сирии полностью освобождена от боевиков этой террористической организации. Как отметили в Генштабе, для российской авиации операция в Сирии стала беспрецедентной. Однако наблюдатели гадают, действительно ли можно считать разгром ИГИЛ окончательным. Эксперты не исключают, что на освобожденных территориях могут вновь появиться диверсионные группы исламистов. Тем временем в Женеве в ближайшие дни должны возобновиться межсирийские переговоры. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что сирийская правительственная делегация прибудет в Женеву в воскресенье 10 декабря. Есть много тем для обсуждения, в том числе вопросы Конституции и проведения выборов в Сирии. Мы будем оценивать действия обеих сторон, и властей Сирии, и оппозиции. На основе этого будут сделаны выводы, можем ли мы говорить о прогрессе или же саботаже переговорного процесса. Как бы то ни было, достижение мира в Сирии — вопрос отнюдь не близкой перспективы, считают эксперты.